Еще в самом начале года специалисты предрекали серьезный паводок в Алтайском крае в этом году. Изменился ли прогноз на сегодняшний день? Да, прогноз немножко поменялся в связи с тем, что изменились у нас погодные условия. То есть ожидали мы, что будет немножко другой погода, будет намного теплее. Но природа вносит свои коррективы, поэтому у нас сейчас немножко идет сдвижка к средним многолетним наблюдениям. То есть не как обычно раньше периода возникнет у нас вскрытие рек, оно будет у нас ориентировочно где-то после 12-х чисел. И какие районы могут пострадать прежде всего? Это опять же будет зависеть от погодных условий. То есть если будут ночные и дневные температуры переходить в плюсовые, довольно-таки серьезные плюсовые, да, конечно, будет большой подъем уровня воды. А если будут слабо положительные и ночью слабо отрицательные, как сейчас мы наблюдаем, то вполне возможно, что пройдет спокойно. Но без эксцессов, конечно, не обойдется. Можете ли назвать населенные пункты, которым, ну вот, прямо стоит готовиться, быть во всеоружии? Готовиться нужно всегда, причем всем населенным пунктам. У нас в зоне подтопления 182 населенных пункта, поэтому готовиться надо в любом случае. Мы всегда, наш принцип такой, что мы готовимся к наихудшему развитию ситуации. А может ли возникнуть такой момент, при котором потребуются дополнительные силы? Ну, если да, будет у нас, как говорится, угроза большая подтопления населенных пунктов и большого количества населенных пунктов, естественно, мы будем привлекать дополнительные силы и средства. Это Сибирский спасательный центр, который находится в Новосибирской области. Мы уже его, в принципе, спланировали для применения, определили районы, в которых они будут, возможно, принимать участие. Они находятся в готовности. В случае необходимости, естественно, они прибудут к нам на помощь. А какие это районы? Перечислите их, пожалуйста. Это и Петропавловский район, и Краснощековский район. То есть Чирышский район, Быстрый Истокский район и так далее. Ну, то есть более южные районы, которые ближе к рекам у нас, такие на основных реках, конечно, они в первую очередь. Какая-то работа на данный момент с населением проводится? Со старостами населенных пунктов общаемся. Опрос идет, то есть наши сотрудники осуществляют и обходы подворовые, с разъяснительной работой. Также это и задействовано все муниципальные, как говорится, служащие, которые находятся на территориях муниципальных образований, то есть, ну, администрации районов. Все сейчас занимаются этим. В принципе, на сайтах, на официальных у нас и прогнозы есть, и развитие, и что нас ожидает, и группировка сил и средств и так далее. Мы рассказываем о своей деятельности. Также как на сайте нашего главного управления, так и на сайте администрации муниципального образования, а также это и правительство Алтайского края. Первые подтопления уже отмечены на этой неделе. Можно ли ожидать, что на следующей их станет больше? Вполне возможно, потому что дневные температуры положительные, и снег тает весной. Весну остановить мы, к сожалению, не можем, чтобы прекратить подтопление низменных участков местности, а тем более населения, которое проживает в низинах, построили дома, вода скапливается. Необходимо, конечно, взаимодействовать с администрацией местной и принимать все меры для того, чтобы прокладывать отводные каналы, чистить канализацию существующую, ну и так далее, мероприятия выполнять по отводу воды. Давайте в завершении интервью еще как-то обозначим более конкретно сроки, что ли, прохождения первой волны, второй волны. Ну, я понимаю, что они приблизительные, тем не менее. Первая волна мы ожидаем, это с середины апреля до конца апреля. Это первая волна. И вторая волна, она у нас традиционно, это третья декада мая и первая декада июня. Вы во всеоружии? Мы всегда готовы. Спасибо.